Рабочий день губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 22 октября прошел в Армавире. Глава края проинспектировал социальные объекты и провел встречу с общественностью города. Вениамин Кондратьев побывал в школе номер 7, где работает учитель года России. 26-летний Александр Шагалов стал победителем всероссийского конкурса и обладателем большого хрустального пеликана. Губернатор посетил урок, который провел педагог для восьмиклассников. Глава региона отметил, что он не просто рассказывает ученикам о нормах русского языка, а учит их мыслить на великом языке. Вениамин Кондратьев пообщался с педагогическим коллективом школы. А завершилась встреча вручением Александру Шагалову ключей от однокомнатной квартиры в новой 12-этажке Армавира. Затем губернатор осмотрел передвижной медицинский комплекс, который был направлен в городскую больницу нашего города. Средства для его приобретения выделены фондом обязательного медицинского страхования.